В Якутске началось благоустройство дворовых территорий по федеральной программе развития городской комфортной среды. Накануне руководство администрации города проверило ход работ. Вместе с ними на объекте побывала Марьяна Кутукова. В этом году Якутск впервые попал в список городов национального проекта по созданию городской комфортной среды и получил на благоустройство как никогда большую сумму – 141 миллион рублей. 70% этих денег направлены именно на дворы, 30% – на создание общественных пространств. За короткий строительный период в Якутске предстоит обустроить 21 дворовую территорию. Из них 8 территорий – это так называемые приоритетные дворы, в которых будут выполнены не только минимальный перечень работ, а именно проезды, освещение, скамейки, урны. А будут также, значит, за муниципальные средства выполнены работы по благоустройству детских площадок, спортивных площадок. То есть это такие дворы, в которых отдыхают не только сами жители жилых домов, а еще и просто жители близлежащих жилых домов в том или ином округе. Одним из важных условий национального проекта является участие населения. Дополнительный перечень благоустройства дворов, например, как озеленение или строительство площадок, будет сделан за счет спонсоров, благотворительности, либо самих горожан. Их участие также важно при контроле за ходом работ. У нас есть народный контроль в лице жильцов самих, общественного народного фронта, конечно, со стороны заказчика тоже самое. И сегодня вот объезжаем и видим, что работа начата, жильцы активно интересуются, живо. И будем требовать то, чтобы подрядчики выполняли в срок и выполнили, и прежде всего, качественно. Я вижу, что сейчас начали работать по благоустройству нашего двора. Это очень радует. Мы вошли в программу. Поэтому ждем больших изменений. Я живу в этом доме с 85 года. И с 85 года двор ни разу ничего не сделано. Асфальт когда-то был уложен, но был в страшном состоянии. Отметим, что в этом году принять участие в федеральной программе изъявили желание более 100 дворовых территорий. Как заверили власти, программа рассчитана на несколько лет. И те, кто не прошли отбор, в порядке очереди будут благоустроены в последующие годы. Ну а завершить нынешний план работ во всех дворах планируют до первых чисел сентября. Марьяна Кутукова, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.